Главное спортивное событие года – арктическая гонка на собачьих упряжках «Надежда». 2022 завершилась. 8 апреля 13 каюров финишировали в Лавренте. Здесь, в Центре культуры, прошла торжественная церемония награждения победителя и призеров гонки. Итоги соревнований у Анастасии Матросовой. Собаки на старте рвутся в путь. Впереди километры тяжелой трассы, которые приближают финиш. Из Инчоуна в Уюлен, Лаврентия, Лорина, Янрыкынот, Проведение и обратно в Лаврентия. Сотни километров. Тяжелые переходы со спусками и подъемами. Несколько раз спортсмены попадали в пургу. Приходилось делать незапланированный отдых. Гонка «Надежды» на Чукотке – главное спортивное событие года. Это проверка на прочность для каюров и их верных собак. 11 дней в пути в экстремальных условиях по заснеженной и обледенелой тундре. В этом году маршрут привычный для соревнований. 546 километров, 6 населенных пунктов и 7 этапов. Весь путь с гонщиками на снегоходах и вездеходах шли группы сопровождения на случай, если потребуется помощь. Но на тяжелой трассе порой непросто приходилось и самим сопровождающим. В группе сопровождения и врач-ветеринар, готовый в случае чего поставить собак на лапы. Ведь какими бы выносливыми ни считались чукотские ездовые, такие продолжительные дистанции давались не просто даже самым опытным из них. Обращались на каждом этапе. Ну, в основном это больше такая утомляемость. То есть витаминами прокалывали. У одного участника собака получила травму. Там разрыв подушки, пришлось там зашивать. Но в принципе через полтора этапа, грубо говоря, они уже смогли поставить ее в упряжку. Прибытие упряжек в каждом населенном пункте – праздник. Спортсменов на финише радушно встречают и поддерживают местные жители. Проводят и культурную программу. Нынешняя гонка была короче предыдущей вдвое. Это связано с тем, что на некоторых участках трассы утвержденного маршрута в этом году попросту не было снега. Дистанцию сократили на 600 с лишним километров. Изначально она предполагала 8 этапов, однако капризы погоды и здесь внесли коррективы. Два последних участка пришлось объединить. Безопасность всех участников соревнований в приоритете. 7-й этап мы поделили на, разделили на 2 этапа. Это Янрыкынот, Лорина, Лаврентия. Некоторые желающие каюры останавливались и кормили собак. Некоторые продолжали свой путь без остановки. Да, это был, можно сказать, самый длинный, 140 километров, 130 километров. Томилов потратил 8 часов 6 минут на это. Последний за 14 часов добрался. В этом году спортсмены показали настоящую борьбу. Упряжки шли нос в нос. Гонку за лидерство в общем зачете между собой вели Геннадий Томилов и Михаил Тельпин. Это самые опытные и сильные каюры Чукотки. На последних этапах Михаилу Тельпину удалось сократить разрыв, но ближе к финишу Геннадий Томилов ускорился и первым завершил гонку. Дорога нормальная. Самый тяжелый какой отрезок для вас был? Вот это самый протяженный. Между Янрыкынотом и Лавренте, да? Да. Собаки все домой в Лорино хотели забежать. Как собаки себя чувствуют? Нормально. Все целы? Все целы. Вы рады? Рады. Обязательно. Четвертым на последнем участке, но третьим в общем зачете стал каюр из Лорина Александр Долгодушев. На торжественном собрании в селе Лаврентия каюров чествовали как героев. Сегодня ездовое собаководство сохраняет свои традиции на территории двух муниципалитетов – Провиденского и Чукотского районов. Я очень горжусь, что наш район сохранил самое большое количество каюров и количество ездовых упряжек. Сегодня в зале находятся сильные духом люди, люди-победители. И вот настал долгожданный момент – награждение участников гонки. Смелым и самоотверженным чукотским каюрам аплодирует весь зал. Здесь каждый победитель. Призовой фонд в этом году составил почти 5 миллионов рублей. Главный приз – миллион. Но участие в «Надежде» для спортсменов – это еще и почетная миссия по сохранению традиций предков, которую чукотские каюры несут уже 31 год. Анастасия Матросова, Александр Кузьминов, Арсений Гусев, Станислав Нагаткин, Сергей Ивен, «Вести Чукотка».